ступица представляет из себя обыкновенный цилиндр. В этот цилиндр запрессовываются обоймы. Вот такие. А уже в обоймы вставляется подшипник. Обоймы запрессовываются не с двух сторон. Запрессовываются они все с одной стороны. Это внутренняя сторона у нас ступицы. Это наружная сторона ступицы. Все запрессовывается изнутри. Начинаем запрессовывать первую обойму. Первая обойма запрессована, вот вам ее видно, ее тело, это внутренняя сторона ступицы, повторяю, это наружная сторона ступицы, вот тело этой обоймы, гладенькое, красивое, потом в дальнейшем это будет вот так, то есть подшипник ляжет сверху, там шайба, все дела, зажмется, прикрутится и так далее, пока подшипник убираем. Переворачиваем. Теперь, если вы присмотритесь внимательно, там есть такие небольшие бороздочки. Видно вам? Мы должны поставить стопорное кольцо для того, чтобы обойма не смещалась в обратную сторону. Так, стопорное кольцо провалилось и стоит на месте. В чем основной косяк в моем представлении? И что я хотел бы доработать и посоветовать, подсказать вам? Борозды под стопорные кольца делаются на заводе очень мелкие. И стопорные кольца садятся туда, ну, мягко говоря, неважно, на пару миллиметров буквально. И когда подшипник начинает давление оказывать на ступицу, колесо большого размера возможно, еще что-то, тяжелая там грязь, бездорожье, стопорное кольцо вылетает и обойма сдвигается в обратном направлении. Соответственно, регулировка колеса исчезает уже, все разбалтывается, разбивается, и ступице приходит хана. Поэтому, вот сейчас сверху на это стопорное кольцо мы запрессуем еще одну обойму, бэушную, вот такую. Она как раз по размеру станет четко. Какой стороной, не важно. Можно так запрессовать, можно так запрессовать. При этом раскладе вот эта обойма окажется между двух стопорных колец. И уже обоймы подшипников не смогут сдвинуться никогда и никуда. Вот в чем заключается модернизация. Теперь сверху первого стопорного кольца мы забиваем обойму номер 2. Это бэушная старая обойма с выработкой, которая нам 300 лет не нужна. Ставим, начинаем забивать. Так, мы забили обойму номер 2. Вот это обойма номер 1. Дальше идет стопорное колечко. Вот оно. Сверху забита вот обойма номер 2. Это промежуточная между этой и которая будет. Теперь в этот пазик мы снова ставим стопорное кольцо. Так, хорошо. Получилась обойма, стопорная,
И теперь еще одна обойма, новая. Так, ложите ее сюда. Теперь вот этой стороной. И начинаем ее туда потихонечку прессовать. Я надеюсь, все из вас поняли принцип нашей задумки такой, глубокой модернизации этой ступицы. Ну, для тех, кто не понял, еще в двух словах поясню. Принцип такой. С одной стороны стоит обойма для подшипника. Вот он вставляется. С другой стороны стоит обойма для подшипника. Он вставляется. В ступицу вставляется два подшипника с двух сторон, которые оказывают давление на эти обоймы с обоих сторон. Для того, чтобы обоймы не сдвинулись никуда, стоят вот там стопорные колечки. Вот одно, видите, ее там усики торчат, вот я пальцем показываю. Если с этой стороны посмотрим, у этой обоймы вот есть тоже стопорное кольцо. Эти стопорные кольца имеют такое свойство сдвигаться. Они выскакивают от сильного давления из пазиков и сдвигаются. А значит, обоймы тоже сдвигаются. Из этого колесо разбалтывается и все разбивает. Теперь, после того, как мы поставили промежуточную обойму, уже ничего никуда сдвинуться просто вообще не может. Эти обоймы всегда будут стоять на своем месте. Даже затянете вы сильнее, слабее, перетянете, они не смогут сдвинуться. А раз они не смогут сдвинуться, значит, не смогут разболтаться и не смогут подшипник разбить. Вот в чем, как бы, задумка этой модернизации. На самом деле все элементарно просто. Как говорится, чем проще, тем гениальней. И не нужно там особенных там мудростей придумывать. Все, дальше будем устанавливать эту ступицу и кататься на ней.